Ну, я, конечно, мозги долго не буду морочить, но вот я думаю, что самая хорошая подвеска в мире Трикс. Профи Клуб 2001 год. Я сейчас в 2021 году, через 10 лет, впаял этот танк сюда. Но я вообще думаю, что просто обалденная модель получилась. Я думаю, что вот эта Трикс модель, и он очень подходит к моему 844 поезду. Я люблю длинную базу. Тут вообще три оси впереди, три сзади. Ну, вообще отвал башки. Ну, сам танк. И сама модель получилась, ну, просто обалдеть. Вот. Просто обалдеть. Ну, как бы сказать, любуйтесь и завидуйте.